Четверо звільнених українців, що перебували в полоні на тимчасово окупованих територіях, вже вдома в кулі сім'ї. Дмитро Великий та Максим Горяїнов, уродженці Дніпропетровщини, Яків Веремайчик повернувся на Волинь, Едуард Міхеєв із Луганщини. Тому поки що із двома доньками проживає у Харківській області. Нагадаю, військовополонені повернулися в Україну в п'ятницю завдяки прямим переговорам голови політради опозиційної платформи «За життя» Віктора Медведчука з представниками так званих ЛНР-ДНР. Переговоры по поводу освобождения лиц как в Донецке, в Луганске продолжаются. Также продолжаются переговоры по освобождению наших граждан, которые отбывают наказание в Российской Федерации. Наше желание установить мир и прекратить боевые действия. И это интересы граждан Украины. Напоминаю, что таких больше 80% это первое. Вопросами освобождения я занимаюсь тоже с 2014 года. И я организовывал освобождение и обмены уже на сегодняшний день 489 человек, граждан Украины, которые вернулись домой, вернулись в семьи и вернулись к родным.